Вот тюменские производители только готовятся к фестивалю «Мед и хлеб». Свою продукцию они представят 9 сентября в разных районах города. Пекари предложат выпечку по традиционным сибирским рецептам с использованием новейших технологий. Расскажут, как правильно выбрать полезный хлеб, поделятся секретами изготовления сушек, хлебцев и бубликов. Пчеловоды региона привезут на фестиваль местный мед. 30 крупных товаропроизводителей обещают на фестивале скидки. Гостей накормят шашлыками, сладостями, а любители полевой кухни – гречневой кашей. 9 сентября фестиваль именно в формате «Покупаем Тюменское» будет представлен целым рядом известных всем предприятий, такие как «Тюмень молоко», «ПК молоко», «Елутеровский мясокомбинат» предложит свою продукцию, «Пышминская птицефабрика», «Каскаринская птицефабрика». Поэтому мы, конечно же, очень будем рады и приглашаем всех прийти на этот фестиваль, подготовиться для того, чтобы действительно купить очень нужные, полезные и правильные продукты.